Всем доброе время суток, представляю перед вами автомобиль, это у нас Kia Rio, автомобиль 2016 года выпуска, оснащен мотором 1.6 литра на автоматической коробке передач, в очень хорошей комплектации и в очень хорошем состоянии. Значит, в подарок вам достанется полный комплект зимних колес, резина здесь довольно в хорошем состоянии, также вот там вот подальше имеется сабвуфер, здесь вот у нас вот такой вот усилок. Магнитола, кстати, на базе Android. Сейчас я вам покажу, как она играет. Ну и еще состояние салона. Значит, сзади салон у нас сохранился очень хорошо. Карты дверей в отличном состоянии. Спереди у нас с вами такой же прекрасный салон. Ну, давайте с вами начнем с магнитолы. Магнитола на базе Android. То есть усилок, сабвуфер, все там. Сейчас у меня подцеплен телефон по блютузу. По блютузу подцеплен у меня телефон. Сейчас мы с вами что-нибудь включим. Вот так вот она играет. Короче, звук классный, играет четко. Блин, вообще, вот за хорошую музыку в машине это классно. Ну и давайте дальше будем смотреть с вами комплектацию. У нас здесь с вами все стеклоподъемники, блокировка дверей, блокировка стеклоподъемников, регулировка зеркал. Здесь у нас с вами располагается подогрев руля, подогрев лобового стекла. Стекло здесь на самом деле с подогревом. Вот видите, да, нити? Я надеюсь, что видите. А значит, дальше у нас здесь с вами мультируль. Магнитола также все вот подцеплена, она как положено, все работает. С этой стороны у нас отвечает за управление аудиосистемой. С этой стороны у нас тут за бортовой компьютер. Также имеется датчик света и датчик дождя. Подогрев передних сидений на два режима. Автоматическая коробка передач. Коробка чувствует себя отлично. Включается просто вообще идеально. Ну, на автомобиле, если честно, совсем маленький пробег. Она так и должна работать, четко как с завода. А здесь у нас с вами располагается климат-контроль. Кстати, здесь можно проигрывать AUX, USB. Также можно вставлять еще две SD-карточки. Одна у нас под навигацию, другая там под музыку, под фильмы, например, какие-нибудь. Так, значит, также у нас сигнализация с автозапуском, два ключа, все как положено, и запасной брелок. Ну и в данный момент автомобиль заведен, идеально ровно работает мотор, ошибок абсолютно никаких не горит. Пробег у нас с вами на автомобиле составляет 68 тысяч километров, и вот, кстати, можете посмотреть, средний расход топлива 9,6 литра. Так что, если вы ищете себе Kia Rio с хорошей музыкой, с комплектом зимних колес, с хорошей комплектацией, так что 100% это ваш вариант, приходите к нам, автосалон столица. Этот автомобиль вы сможете приобрести по системе 3.1 в кредит и за наличный расчет. Ну, на этом спасибо вам за просмотр этого видео, всего вам доброго, всего самого хорошего, до свидания.